Попытка номер два попасть в этот долбанный парк. Надеюсь, что сегодня это получится. Смотрите, что я здесь нашла. Лимоны, лаймы. Вот оно, дерево с лаймами. У нас птицы ходят с ободранными хвостами. Знаете, эти красивые? Только у него хвоста не осталось, поэтому он уже некрасивый. Вот он идет. I don't want to go. Bathroom is right there. О, боже мой. Я надеюсь, что он нас не заклюет. Кэт не боится. Мы хотим в туалет пробраться, а нам такое блоки. Дерево мы здесь нашли огромное просто вообще. Смотрите, на нем растет какой-то виноград непонятный. Вот так вот. Ну вот он и парк. Какие-то ручейки, деревья. Так, ну куда мы идем? Какой-то мостик вон там. Как, короче, в джунглях каких-то. Tram station. Walking tour. Идем сюда. Dinosaurs. О, чисто. Пришли в парк, нашли вот такую жирную кошку. Жирную кошку. Такие всякие чудовища здесь водятся. Вот они. Уродцы всякие. Динозавры, всякие деревья. Деревья, причем настоящие, такие необычные все. Ну, все, they all fake. Все настоящие. Бамбу, смотрите, настоящий бамбу. Пауки. Пауки, надеюсь, мы не встретим здесь змей. Мы оказались в настоящих джунглях. Смотрите, это лианы настоящие. Смотрите, на них можно, как Маугли, знаете, кататься. Вот они здесь повсюду, точно джунгли какие-то. Ну и опять какие-то непонятные чудовища. То ли птица, то ли динозавр, то ли хер пойми кто. Сейчас мы подходим к самому большому и страшному динозавру. It's real animal. Все опять что-то лианы, какие-то птицы, индюшки непонятные. О, мой гад, что в чем происходит? It's just a bird, my god. Лежат, спят птички. Здесь очень красиво, на самом деле. Сейчас мы вышли, туда здесь больше места, красиво. Какие-то деревья необычные все. Прямо в центре города. Мы все время проезжали мимо, никак не могли сюда попасть. И сегодня, наконец-то, мы сюда приехали. В прошлый раз нас собакой не пустили. Смотрите, вот этот павлин-мавлин. Красивый какой, яркий, смотрите. Опа. Сейчас Кэтрин хочет у него перо взять. Блин, сейчас это чудо, мне кажется, полетит прямо на нас. Сейчас мы идем к фламинго. Но вот эти наши местные птицы, так же, как у вас там. У кого-то воробьи и голуби, у нас вот такие вот фламинго. Вот они, красавцы. Розовые. Да, розовые, белые такие там. С ними рядом сидят. Красота. Мы пришли смотреть, вот у нас черепаха лежит, а вот здесь крокодилы. Крокодилы, боже мой. Где они? В болоте. Я боюсь, что не выпрыгнул хоть бы кто на нас.
Где у нас крокодилы? Спят все где-то, прячутся. Вон там белые птицы сидят. Класс. Крокодилов пока не видно. Наконец-то. Там в болоте его не было. Вот он. Look at this. It's huge over there. Alligator. Вон там огромный. Идемте смотреть. Огромный крокодил. Вообще ужасно огромный. Сейчас покажу вам его. Так, что у нас здесь? Здесь ничего. А вот он лежит. Где он? Чудище огородное. Ужас. Сейчас покажу вам. Смотрите. Смотрите. Блин, я боюсь. Он реально огромный. Он реально огромный. Уходим. He's alive. Чудище огромное, огородное. И там поменьше, который лежал. Медведь. Мы нашли медведя. О, кошмар какой. Настоящего черного медведя. Русского, наверное. Сейчас мы его посмотрим. Написано, что American Black Bear. А мне кажется, что он нифига не американ. Мне кажется, что он русский медведь. Вот так вот. Вот он, вот его морда. Ему жарко. На улице невозможная жара. Невозможная жара вообще на улице. Не то, что жара, а духота. Наверное, сейчас пойдет дождь. Вот мы ходим, с меня просто бежит все. Вот так. Розовый фламинго. Какие они же клевые. Ли этого павлина, мавлина, который распустил свой хвост. Вот он. Вот он. Жопой, жопой повернулся к нам своей. Еще второй павлин. Wait, I'm making video. Смотри, как он трясется, этот павлин-мавлин. Не знаю, почему такая реакция у него. Наверное, на другую птицу. Смотри, смотри, смотрите. Он хвост свой распустил. Распустил свой хвост, и когда к нему другой этот павлин подходит, он начинает трястись. Я боюсь к нему подходить, он ко мне жопой своей повернулся, чудище огородное. А ну-ка поворачивайся, повернись. Повернись, говорю. Смотрите, вот он. Вот он, красавец, красавец, повернулся. Давай теперь потряси, потряси своими этими перьями. Красавец какой, а? Смотрите, какой. Ух ты. Так, он все, хвост свой складывает. Look, Catherine, he finished. He put his tail away. Спасибо за представление. Что у нас в Флориде есть вот такие красивые деревья. Прям чувствую себя, как будто на самом деле в Саус-Каролине. Так, вот какое-то дерево, это здесь лимоны, похоже. Пойдем посмотрим. Кэтрин не может ноить, она настолько обленилась. Хочу бежать домой. И воет. Вон она идет сзади меня. И воет. А мы пошли дальше. Я ее ничего не слушаю, я иду дальше. Так, что это у нас? Ну, это у нас лаймы, наверное, да? А можно я сразу один? Никто меня не привезет. Look, Catherine, I found lime. Да, это лайм. Какой запах стоит, аромат. Уж как приятно. Короче, лайм. Вот он, взяла. Запах вообще обалденный. Смотрите, какие деревья красивые. Как же здесь красиво. О, нашли мы, видимо, какой-то сад. Здесь вот и лаймы набрали. А теперь бананы вот нашли. Бананы, смотрите. Идем дальше, может, еще же найдем какие. Какие деревья. Вот это все бананы, вот эти вот. Такие пальмы. Это банановые пальмы. Вот такое необычное красивое дерево. Еще одно. Как красиво здесь вообще. Иду и... Вообще, мне так нравится.
просто уже не обращаю внимания на то, что душно, жарко, где она. Идем, все. Вообще так красиво. Смотрите, еще тут будет. Вот так. Мы уже у выхода. Весь сад обойтись у нас не получилось, потому что со мной вот этот маленький человечек, который вечно ноет, стонет и никуда идти не хочет, и ноги болят, устало и все такое. Поэтому мы заканчиваем нашу прогулку по вот этому замечательному саду. Я думаю, что стоит прийти одной в следующий раз. Рыбы какие-то, селедки плавают. Вейсфуд. Вот. На этом мы заканчиваем прогулку. Было очень весело. Особенно мне. Всем пока!